Привет, друзья! Сегодня 30 октября и это суббота. Я уже почти не спал 2 дня, поспал за 2 дня 4 часа. Вот сейчас иду с тренировки по фитнесу. У нас была сегодня спина, мы ее просто, можно сказать, убили на тренировке. Но в целом чувствую себя отлично, потому что день был отличный, классные ребята. Мы здорово веселились. Классно провели время, потренировались, много полезного я для себя узнал. Ну, например, то, что на самом деле, сколько бы ты яиц не ел, можно все желтки есть, если тебе не принципиально количество потребляемого жира. И такой момент насчет кардио, что кардио обязательно надо совмещать, неважно, на массе ты или на сушке, но нужно соблюдать обязательно пульсовую зону 120-130, то есть в медленном темпе, желательно с подъемом в гору делать кардио в течение 30 минут. То есть это шаг, медленный шаг в гору. И что я хотел еще сказать, ребята. Мне бы хотелось в дальнейшем как-то разнообразить материал, который я выкладываю, и рассказывать более интересную информацию и делать выпуски более познавательными, более интересными. Ну и плюс рубрики развивать по спорту. Не только выкладывать свою говорящую голову, но еще что-то и полезное доносить до вас. Поэтому в скором времени это все будет. В планах составить список тех тем, которые мне надо проработать, и я их буду потихоньку снимать, выкладывать. Вот. Но в целом все, я уже тут подхожу домой, буду отдыхать, потому что спать очень хочется. Уже на самом деле усталость накопилась, но я уверен, что это все исправлю в воскресенье, когда я высплюсь, отдохну и схожу в баню. И круто вообще проведу время. Уже будет у меня воскресный релакс. Поэтому, друзья, всем спасибо за лайки, комментарии и подписки. Счастливо, до новых встреч, пока.